привет. Мы уже в Португалии наконец-то приземлились. Вот сейчас взяли такси и едем в наш апартамент. Это такси. Испанское, такое испанское, португальское такси. Только что мы покинули аэропорт Лиссабона. Лиссабона, на самой главной улице, называют ее артерия Лиссабона, это Руа Аугуста. Эта улица пешеходная, так что нам придется, не знаю, где мы там остановимся, придется нам еще тюлюпать потом пешочку. Вот они такие такси. Конечно, не особо впечатляет в темноте, в ночи. Смотрю, радары стоят, мы так немножечко притормозили, стали ехать с маленькой скоростью. Конечно, темно. Конечно, сразу бросаются в глаза плитки, много плитки. Обделано все плиткой. Какая-то авенида, да, а дальше и ничего не видно. Все стерто. Там на этой вывеске мы сейчас приблизим, может быть, я что-то и не вижу, что это за улица. О, авенида де Република. Ну вот, теперь мы знаем, на каком улице находимся. Интересно, что-то знакомое.
помню, вот это уже где-то у кого-то я видела, кстати, это место. Видео в интернете, но не могу вспомнить. О, ну это отель Авенида. Ну это уже мы явно в историческом центре. Сейчас нас где-то выгрузят здесь, а потом нам придется идти пешком. Теперь узнаю. Вот мы приехали.